Добрый вечер. В прямом эфире «Вести Карачаево-Черкесия». Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов от себя и от жителей республики выразил слова соболезнования губернатору Краснодарского края и жителям Ейска в связи со случившейся трагедией. Напомню, накануне вечером в результате падения военного самолета рядом с жилым домом несколько человек пострадали, есть погибшие. Карачаево-Черкесия готова оказать всю необходимую в этот момент помощь, отметил Рашид Тимрезов. Прошедшие горячие точки и не понаслышке знающие о трудностях в зоне боевых действий, российские ветераны делятся своим опытом с теми, кто сегодня призван в рамках частичной мобилизации на защиту Родины. Что думает о специальной военной операции участница Великой Отечественной войны из Усть-Джигуты Мария Ивановна Хутова? Слова напутствия слушала Алла Качиева. Вопросы также задавали. Желаете вы? Конечно, желаю, говорю. Куда? Надо защищать Родину. И 19-летняя девушка, ни секунды не сомневаясь, вместе с миллионами советских солдат встала на защиту Родины в 1942 году. Мария Ивановна окончила Орджоникидзевское военное училище связи. Телеграфистку, работающую на аппарате системы Морзе, поставили командовать отделением, куда входили 7 девушек. Приняла первый бой в составе 21-го гвардейского корпуса 4-й гвардейской армии. Не страшась встретиться лицом к лицу с врагом, Мария Хутова принимала участие во многих кровопролитных боях, в том числе в битве на Курской дуге, военной операции по освобождению Чехословакии. Не пала духом, попав в окружение под Будапештом. Ветеран отчетливо помнит и дни, когда изгоняли фашистов с территории Украины. Я как раз эти места проходила. Вот этот вот значок 4-й гвардейской армии. Мы с танками воевали. Наша гвардейская армия побила немцев, и тогда все фронта двинулись как поход бить немцев. Выгонять с России. Мария Ивановна внимательно следит за последними новостями. Особые слова напутствия фронтовика к мобилизованным, к тем, кто сегодня призван защищать жителей уже российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – от кровавых щупалец неонацизма. Я скажу, ребята, мы обязаны, Россия, матушка, раз поставлена цель дать людям этим, которые хотят, и сейчас же выборы были, они добровольно шли голосовать за Россию, чтобы вступить в Россию. Так же? И там проценты показывают высокие, на выборах одержали. Поэтому мы много им помогаем. Многое пришлось пережить ветерану Великой Отечественной войны Марии Ивановне Хутовой. 99-летняя женщина уверена, что именно благодаря патриотизму, сплоченности, храбрости россиян сегодня жители имеют возможность жить, учиться и работать, создавать семьи в большой и могучей державе России. Что я хотела пожелать? Защищать всегда Россию, защищать нашу Карачаево-Черкесию, чтобы она так же процветала, как сейчас процветает. То стадион открыли, то еще что-то новое для молодежи. Все, только учитесь, работайте, помогайте так же. Алла Качиева, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джигута. Сейчас время прогноза погоды, после продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 2-7, в горах минус 3 плюс 2. А днем 17-22 градусов тепла и местами до плюс 16. Черкесский без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 4-6, а днем 19-21 градусов тепла.
Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Вы ее ждали? Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на Кругу. Город Черкесск. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой отмечает 100-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло сегодня в Черкесске. Виновников торжества поздравил глава республики Рашид Тимрезов. Очень символично, что столетие библиотеки мы отмечаем в год столетия Карачаево-Черкесии. Это настоящая кладезь научной и художественной литературы и по сей день остается центром культуры просвещения и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, отметил он. С торжества, Али Баташев. Созданная в год далекий 22-й год библиотека из 170 книг превратилась сегодня в современный духовно-культурный центр, где хранятся около полумиллиона книг, газет, журналов, пластинок, документов и так далее. Директор учреждения Салых Хабчаев рассказал о деятельности главной библиотеки региона за прошедшие 100 лет, от СБ-читальни до культурного центра республики. Выступление сопровождалось показом фильма, подготовленного сотрудниками к юбилею «Век прошлый, век сегодняшний». От имени главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова коллектив библиотеки поздравил спикер парламента республики Александр Иванов. Ничто не может заменить живую, настоящую книгу, которую можно подержать в руках. А ту информацию, которая содержится в библиотеке, ну, наверное, все равно нельзя найти ни в каком поисковике, потому что это наша история, это национальная библиотека. То, что мы здесь храним, то, что мы здесь стараемся потомкам нашим передать, оно всегда будет востребовано. Один из частых посетителей библиотеки – известный актер Борис Уртенов. Я очень люблю библиотеку. Это для меня это храм искусства. Храм искусства и культуры. Для меня это академия, для меня это так-то заочный университет. Так что мне очень приятно сегодня участвовать в этом празднике. Наряду с видеопоздравлениями от друзей, пришедшими накануне события, весь коллектив Государственной национальной библиотеки тепло поздравили представители печатных СМИ. Эти книги, которые выставлены на этом стенде, это кропотливая работа каждого, кто трудится в этой библиотеке. И я не знаю, вот такой интенсивной работы, где еще можно поискать. Мы благодарим вас за многолетнее сотрудничество. Мы хотим сказать, что мы вас любим. Приятный сюрприз к юбилею подготовил и народный художник республики Николай Кузнецов. Он преподнес в дар свою картину. На мероприятии выступили представители рода Байрамуковых. Выражаю нашу искреннюю признательность и благодарность коллективу библиотеки за большую созидательную работу. Память о Халимат Башчиевне. Внимание к ее творческому наследию. Пусть светлый образ, ум и талант Халимат Байрамуковой вдохновляет нас на добрые дела. Пусть история и культура народов Карачаево-Черкесии служат и в дальнейшем во благо мира и взаимопонимания. К юбилею коллективам сотрудников были подготовлены иллюстративные информационные выставки, отражающие разные периоды истории учреждения. Листая страницы твои в юбилей, библиотека «События люди» и другие. Многие сотрудники Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой получили в этот день подарки и заслуженные награды. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия. А ранее в селе Учкекен состоялось открытие второго уже по счету в регионе библиотеки нового поколения. Победа в конкурсе, организованном в рамках нацпроекта «Культура», позволила Малокарачаевской районной библиотеке получить финансирование с федерального бюджета на реконструкцию и полное техническое переоснащение. Модельную библиотеку посетил и Ахмат Халкечев. Министр культуры Карачаево-Черкесии поблагодарил руководство Малокарачаевского района и коллектив теперь уже модельной библиотеки за проделанную работу. Также министр дал коллективу наказ разрабатывать новые форматы своей деятельности. Необходимо, чтобы в этих стенах собиралось как можно больше думающих и активных людей, способных генерировать новые идеи и предложения по самым различным отраслям и сферам, подытожил он. Акцент, конечно, нужно ставить на все связанное с культурой региона,
Волокарачаевского района, Учкикена, карачаевского народа, народов нашей республики. Потому что мировая культура, она богата, российская культура – это ее огромная часть, но нам, конечно, очень ценно сохранять и развивать именно нашу культуру, культуру наших малых народов, и прежде всего доносить ее до детей. Ну а какое же новоселье без подарков? Практически все гости помогали обновлять и расширять фонды хранилища духовной культуры и знаний. А как известно, книга – лучший подарок, особенно для библиотеки. За последние 5 лет 30 книг мы издали библиотека. Это они защищали Сталинград, в боях за Белоруссию, в блокадном Ленинграде. Помним имена героев о защитниках перевалов Северного Кавказа и так далее. Читатели Малокарачаевского района в этих книгах найдут своих братьев, отцов, матерей, сестер, своих друзей, знакомых и так далее, и так далее. Новый модельный вид библиотеки выводит это направление культуры на совершенно иной уровень. Благодаря победе в конкурсе над проектом «Культура» фонд библиотеки увеличился на количество свыше 3500 экземпляров книг на бумажных носителях. Ну а современное техническое оснащение расширяет возможности чуть ли не до фантастических. Подключение к национальной электронной библиотеке позволяет нам иметь в базе 4 миллиона экземпляров здесь, в Учкикене. Теперь центр Малого Карачая, село Учкикен, благодаря новой площадке в виде модельной библиотеки, вполне может претендовать на роль одного из культурных центров региона. Ведь и материальное, и техническое оснащение позволят проводить здесь мероприятия любого уровня, отмечали выступавшие. Ахмат Халкевичев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район. В Черкесске в рамках 9-го международного форума историков-кавказоведов прошла научно-практическая конференция. Гостями организованного в Северокавказской государственной академии мероприятия стали представители ученого сообщества из разных регионов России, а также Абхазии. Подробности у Артура Мхце. Северокавказский федеральный округ второй раз подряд стал площадкой для обсуждения важных вопросов кавказоведения. Во время прошлого международного форума в Пятигорске руководитель республиканского Миннац Альберт Кумуков пригласил в Карачаево-Черкесию экспертов-историков из разных регионов России, а также из Абхазии. Мы уделяем важное значение общению с научным сообществом Российской Федерации. Стараемся проводить важные мероприятия международного общероссийского регионального уровня здесь, на территории Карачаево-Черкесской республики, для того, чтобы в дальнейшем применять те наработки, которые были выработаны на этих заседаниях. Этот форум уже 9-й по счету. Как говорят организаторы нынешней конференции и представители ученого сообщества, такие встречи помогают всем вместе эффективно бороться с попытками фальсификации истории. Некая опаска, я всегда смотрю на ученых-историков, потому что от вас во многом зависит общественное спокойствие и благополучие, особенно в таком регионе, как Северокавказский. Все мы видим, как в последнее время интенсифицировались вот эти процессы искажения истории, использования самых разных изощренных манипулятивных технологий, направленных на различные интерпретации исторических событий. Запускаются целые общественные движения и кампании, направленные на уничтожение памятников истории, монументов. Площадки, подобные вот нашему форуму, они позволяют действительно бороться с фальсификациями истории. Этих историй очень много, фальсификаций. Они связаны с разными темами. Особенно подвержена эта тема и Кавказской войны, и тема Великой Отечественной войны. Как-то они вот в орбите находятся, этих фокусе постоянного внимания. Прежде всего тех, кто задумывает внести раздор, ну и в том числе и в научное сообщество. Конечно, в основе должен лежать чисто научный подход. И ученые, которые сегодня собрались на форум «Народы Кавказа», они, конечно же, исходят из принципов историзма, детальной работе с историческими источниками, фактами. Участники конференции обсудили проходившие на Кавказе социально-экономические, демографические и общественно-политические процессы, актуальные проблемы современного кавказоведения. Уже на следующий день предполагается детально изучить новых вызовов для общества и путей их решения, а также национального вопроса и религиозной политики. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Далее смотрите продолжение фильма «Художник». Всего доброго!